have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Не надо никакого байма, только начали играть. Мы сегодня играем в прятки, как бы это ни звучало. Мы просто будем прятаться. Какой-то определенный чувачок нас будет искать. Он выбирается путем рандома. Понял, почему так мало времени на то, чтобы спрятаться? Не так мало уже. Я бы хотел побольше. Блин, монетки. Ну, монетки вот фиг собирать. Тебе не больше. Во-во-во, насчет фиг мне, да, это я прям таки согласен с тобой. Блин. Блин, кажется, я в самом видном месте. Ну, в самом деле, отвратительное место для того, чтобы спрятаться, я выбрал. Можно двигаться также и после того, как время вот этого закончится, но потом уже как бы парень будет нас видеть. Куда мы побежали и всякое такое. Ну, по-моему, в этот раз я не успел хорошо спрятаться. Жаль. Да ну его, я лучше пойду в другое место, где лучше спрятаться. И мне пофиг, то, что убийца уже вышел, и он гонится за мной. Так, вот здесь мы можем посмотреть. Очень, кстати, хорошо сделано, потому что игра предусматривает то, что ты, типа, весь матч просидишь где-то тупо в одном местечке и ничего не увидишь. Поэтому здесь есть кнопочка наблюдения за парнем, который нас ищет. И пока ты спокойно стоишь себе где-нибудь в уголочке, пылишься, ты можешь просто смотреть, где сейчас находится вода. Как это в современном мире называется? Вода. Тот, кто водит. О, привет, я как раз сюда хотел спрятаться. Вот, и можно просто посмотреть, что происходит. И заодно можно промониторить, насколько он близок нам и стоит ли из-за этого переживать и всякое такое. Я практически уверен, что в этом раунде меня найдут, потому что я спрятался отвратительно. По одной причине, что я не знаю эту карту, я побежал в первом попавшемся направлении, и там мне оказалось какого-то уголочка, где можно было бы отсидеться. И, ну вот, короче, как-то так. Эй, кот. Что? Выйди из спектейт. Зачем? А, понятно. Я сюда хотел спрятаться, понимаешь? Я думал, как залезть по шину. Зашел в самое дальнее место, а тут ты сидишь. А тут я сижу, да. Ну, значит, нас вдвоем поймают. Прикольно. Мне что еще интересно. Я здесь ни разу за воду не играл. И мне интересно, какой у него здесь вид. Он здесь от первого или от третьего лица? Ой. Потому что если он здесь от третьего лица, то ему гораздо проще искать. Я думаю, было бы справедливо, если бы игра сделала его от первого лица, и чтобы он не мог это поменять. Ну, опять он же... Он к нам идет. Он может нас поймать. Я знаю, что он к нам идет. Но убегать я не буду. Ну, как бы пока что. Посмотрим. Он полез в это, вниз. Вообще, сколько? 6 человек еще осталось? Я подозреваю, что на этих черных штуках что, можно блин? Прыгнуть. Ступеньки прозрачные? Да. Знаешь, я подозреваю, что на этих черных штуках на колесах? Прыгать, да, эти мелкие колеса. Стой, он камеру поставил. Что значит камера? Я вообще не знаю, ребят, мы второй раз заходим в этот мод, просто у него очень высокий рейтинг, очень высокие оценки, и нам захотелось и посмотреть, и вам показать. Я понял, что это означает. Он будет видеть то, что тут происходит, если тут кто-то есть. Он сможет смотреть. Логично, да, возможно, у него сейчас сбоку появился какой-то маленький экранчик. В общем, мы еще толком не знаем. Один раз мы зашли чисто потестить, второй раз вот мы сейчас зашли сразу записывать, сели, и поэтому вместе с вами сейчас будем разбираться. Блин, сколько у тебя камер, чувак? Что в твоих маленьких карманцах, Бэггинс? Блин, мне почему-то бежать хочется. Хочется, но еще 45 секунд надо стоять на месте. Чувак, кстати, не особо напрягается. То есть, или он знает, где кто, или... Блин. Стоп. Я, кажется, подозреваю то, что этот парень купил банду за 250 кроинов. Кроины. Это же называется кроины или... Ну, поскольку там 10 CR написано, я думаю, что это кроны или кредиты.
я думаю, это кроны. Да, кстати, ребят, вообще-то во всех играх это обычно кредиты, но вот, например, когда я был мелкий, и в какой-то игре было сокращение КР, мне почему-то всегда казалось, что это кроны, хотя кроны не имеют никакого отношения к международной валюте. Так, мы выбираем следующую карту. Кстати, да, на удивление, он не пошел нас искать. Видимо, ему показалось это место слишком очевидным. Блин, опять мастерская? Ну нет, я хотел другую карту. Ладно, теперь... А я хочу в другом месте спрятаться на мастерской. Хорошо. Ты не спрячешься, ты сейчас с этим будешь. Я не хочу им быть. У меня шанс 8%. Я... Классина 1, 2, 3, 4, 5. Будет классиническая классина. Итак, пошли прятаться. Минута на прятки, кстати, дается. Блин, ну та нычка в ступеньке очень прикольная, но ее уже запалили, поэтому там, наверное, прятаться будет бесполезно. А что если... А, нет, плохое место. Блин. Мне нужно где-то подпрыгнуть. Ой, я знаю, где я буду прятаться. Я думаю, это очень хорошее место для того, чтобы спрятаться. Так, ну я думаю, я буду здесь. Очень надеюсь, что меня здесь не запалят. Ну, такое место не совсем очевидно. Я бы вообще хотел бы здесь, но сюда я, наверное, уже не доберусь. Здесь такая фишка, что снизу меня не достанут. Я так высоко. В общем, давайте наблюдать. Я птичка на жердочке. На жердочке. Блин, ну чувак, ну не надо сразу в мою сторону идти. Блин, это плохое место. Ты что, в краске, что ли, спрятал? Нет. Да, вот ты не допрыгиваешь. Кто не спрятался, я не виноват. Ладно, вот я. А, ты в коробках? Ну, не насколько в коробках. Насколько за коробками. Ну да, ты за коробками. Смех смехом, а колеса прикольные. Так, давай, чувак, ищи. Посмотрим, что из этого получится. Это, наверное, кстати, хоть мы сейчас и снимаем, и показываем вам этот режим, но я бы его, наверное, отнес больше к тому, что это чуток интереснее играть, чем смотреть, потому что, ну, прямо сейчас ничего такого захватывающего на экране не происходит, но у меня есть вот этот вот азарт, что вот-вот найдут, так что, да, ребят, наверное, это... Уйди нафиг. А ты видишь медичку на себе, тихо, да? Тихо, тихо, тихо. Видишь медичку на стене, да? Аптечку? Да, аптечка. Вот она где-то там. Вот. Да, вон вижу. Я там. Там сижу. А, вижу. Ой! И, по-моему, он тебя тоже сейчас увидит. Ой. Ой. Не лезь туда. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Знаешь, я думаю, он не допрыгнет. Ой. Блин, а может же этот допрыгнет. Или нет? Ну ты же туда как-то допрыгнул. А, нет. Он плюнул. Его свесило, он просто ушел. Его достало, то что он не может туда запрыгнуть. Так, еще полторы минуты. И так. It. То есть оно бегает по карте. Кстати, да, видите, за каждую победу дают 10 кредов. Значит, те 10 кредов были за мою победу, которая была тестовая, первая, а вот эти вторые 10 кредов мы получили сейчас. Хорошо. Тут, кстати, у каждого есть своя способность. Видимо, да. Кстати, что у нас есть в магазе? У нас есть за Робакс, за креды. Есть Джейкоб, Джейк, София. Мама мия. Джейка, Эйтон. Да. У него есть... Вот Эмма, они бесплатные. У него есть камера, чтобы он смог смотреть. У Софии есть спринт. У Джейка тоже спринт. У медведя клей. У гризли спринт. И у панды камера.
панда у нас очень высокотехнологичное животное, видимо. Я бы лучше взял гризли. Так, это не к тебе подходит там? Да не, не, не. Но я вижу себя. Посмотри наверх. Я тебя видел тоже. Вот мне прям легко. Мне сейчас эта аж фраза из Alien Isolation вспомнилась. Там, андроида узнать легко. Он не понимает, как залезть сюда. Да, он не понимает. Я вижу. О! Он вообще одного человека только поймал пока что. Реально? Ну серьезно, а чего она такая нубая? Не знаю. Меня другой интересует, почему она не выбрала... А, ну ладно. Тут у скинчиков... У разных скинчиков получаются разные скиллы. Поэтому персонажа нужно выбирать с умом, так скажем. О, чердак. Чердак. В одной игре мы идем в уртак, в другой игре залазим на чердак. Да. Кто понял, пишите в комментах. Так. Опять? Никола Хелло Китти 1, 2, 3. Никола Хелло Китти. Хелло Китти. Хелло Китти. Да хорош. Так. Чердак я не знаю, на чердаке я ни разу не был. Блин, а я, кажется, знаю одно хорошее место, где бы можно спрятаться. Я не могу сюда залезть, блин. Печалька. Я трачу время. Трачу драгоценное время. Блин, мне совсем немножко не хватает, чтобы я смог залезть на одно очень классное место. Тут такой размен идет. Или ты забираешь монетки, или ты хорошо прячешься. Я собрал 3 монетки, не знаю, чем мне это даст. Блин. А вдруг я смогу допрыгнуть? 19 секунд, ёпта. Я не могу допрыгнуть, я на гантелях. На кантелях. Кантелях. Блин, есть очень тупой способ спрятаться вот здесь. Знаете, это настолько тупо, что может прокатить. Давайте попробуем. А что если... Чувак, медведь. А мне страшно, я по-любому не смогу нормально запрыгнуть. У, я вижу его уже, а он хочет меня достать. Да достал ты уже, да. Но он за другим чуваком, он гонится. Сейчас такой рисковый момент. Очень. Странно, он забил на чувака и пошел куда-то в другое место. О, я понял. Куда? Ой. Блин, я подумал, что он сейчас на гантели прыгнет. Там же был второй. Что ты прыгаешь? Иди дальше. Придурок стоит, поймал, короче, и радуется. Одного поймал. Он на меня прыгнет. А, не, он слепой. Он прыгнул на бильярд. Ой, мне страшно. Тут в лузе можно было спрятаться. А, ну вот люди и спрятались, собственно, да. Минус 2, минус 3. Слушай, у меня такая идея появилась, где можно было спрятаться в другом раунде. Ну тут надо знать карты, например. Я карты не знаю, я каждый раз прячусь на бум. Хорош прыгать. Блин, он уже дофига народу. Ну он в бильярдном столе очень много народу поймал. Так, а где я там прячусь? А то вот ты меня видел, черт, как я на гантели стоял, да? На самом краю. Блин, тихо, а тихо, 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 по-моему... У меня подозрение, то, что он хочет пойти ко мне. У меня подозрение, что он ходит прямо рядом со мной, вот что. Я блин, не понимаю, я вот так... где ты? А? Я не понимаю, где ты. И тебе не надо. Показать, что ли? Он за монетками. Galaxy Zack. Галактический Зак. В стакане есть монетка, круто. Так, 2 минуты. И он уже поймал дофига народу, значит, если у него так, сейчас будет больше времени так, для исследований. Я прямо сейчас могу настолько сильно сделать рисковый поступок, я могу перепрыгнуть на бильярдный стол, потом на лестницу и спрятаться в том месте, где бы я захотел. Но это слишком опасно, поэтому я этого делать, конечно же, не буду. Интересная теория. Проверять я ее, конечно же, не буду. Медведь, походу, не так уж и далеко, и если я это сделаю, то он меня... Он рядом с апельсиновыми коробками, а он просто монетки фармит. Ну да. Он не достанет до гантели, он слишком туп, что... Да, я тебя вижу!
хорошее место. И вообще меня очень легко узнать по светлому яйцу Фаберже и по моим пиццокрыльям. Ай, блин. Иди туда, фу-фу-фу-фу-фу. Медведь. А где ты? Я хочу узнать, где ты спрятался. А, ты в велике где-то спрятался? Нет. Ты где-то рядом с лапой? Ой, это телепорт? Чувак прям за... Он меня нашел! Черт! Блин, этот телепорт вел прямо ко мне. Что ты прыгаешь, блин? Ты можешь за мной последить, пожалуйста? Так. Ну вот эту девочку, он же телепортнулся прямо вот сюда. Он мог пойти и убить ее. Но вместо этого он случайно упал. А когда он упал, он развернулся и увидел меня. Так. Пицца-крылья. Очень веселое место, знаешь. Вот это лицо просто божественно. Так-так-так-так-так! Блин, нет! А, все, последняя секунда. Ой, фу, как вовремя. Тебе просто повезло от души так. Давайте еще одну карточку скатаем. Я хочу, чтобы это был чердак, пожалуйста. Я там не спрятался в одном месте, в котором я хотел. Нет. Третий раз мастерская, вы издеваетесь, нафиг. Я не люблю мастерскую. Я думал, R разнообразие. Не, ну вы видели, сколько здесь карт, и, в общем-то, это прикольно. Флеттер. 456. Сегодня все с цифрами, сегодня такая мода, все хорошо. Так что давайте. Цифры так. Это плохо. Цифры — это значит, что у чувака не нашлось оригинальности для того, чтобы назвать себя самого же. Ну, короче, да. Бай-бай, бай-бай, бай. Слушай, может мне опять спрятаться на медичке? На аптечке. Ой, блин, я не знаю, где мне прятаться. Вот и есть одна идейка, правда, не знаю, сработает ли она. Есть одна индейка. Блин, этот Вася меня нашел в прошлый раз, но так нельзя. Полминуты осталось. Тут нельзя ускоряться, самая печалька. Я хочу сюда запрыгнуть, но мне нужна помощь, чтобы я смог запрыгнуть сюда. Да ну... Мне теперь не нужна. Блин, а я не допрыгнул. Есть. Да, я не допрыгнул. Я свалился. Ох, ёбарас, это я свалился. Знаете, я не буду оригинален. Я спрячусь там же нафиг. Где? Я спрячусь точно там же. Правда, у меня это займет больше времени. Займет. Так, где он сейчас? Блин, он на меня не смотрит. Какие-то места получше именно тут. Да, есть. В разы лучше. Ну-ка, он на меня не смотрит. Ты меня не видишь, чувак. Все, стану здесь. Ай, не надо в мою сторону идти. Что ты делаешь вообще? Слушай, вот у меня такой вопрос, ты меня должен видеть прям, вот должен. Да я не знаю, где ты. Видишь ту синюю стенку, там где еще такие деревянные штуки? Понимаешь, я могу смотреть или своими глазами, или его глазами, я не знаю, где ты. Не, ну нычка в ступеньке, конечно, классная, но ее минус в том, что они знают абсолютно все. И вода сразу же идет туда. То есть ему, в принципе, пофиг, прячется он, кто-то не прячется, он просто хорош тут своей ослепительной улыбкой сверкать. Его тупая улыбка такая. Но у меня еще лучше и красивее. У меня есть язык. Язык. Чувак. Вот, видишь ту стенку, да? Вот, смотри. Нет, там, которая вдали. Там, где еще аптечка. Вот это ты сверху? Да, это я на второй стенке. Которая рядом с аптечкой. Ага. И спрашиваю у меня, как я туда залез. Не спрашиваю. Ты просил, мы выполняем. Не спрашиваю.
Такое хорошее место, чтобы спрятаться. Такое хорошее место, такое хорошее место. Ой, телепортик. Телепортик. Слушай, у меня появились сомнения, то, что он, наверное, сможет меня найти. Ты сомневаешься, что он сможет, или сомневаешься, что он не сможет? Сомневаюсь, что он сможет. О, я сомневаюсь в том, что вот эта жертва убежит. Вот в чем я сомневаюсь. Ты знаешь, ты, что у этого парня есть клей, и он может сделать наподобие капканы, и жертва становится. Блин, он его чуть не упустил, серьезно. Очень долго время тянет, хорошо. Ух, мне уже скучно становится. Только не иди ко мне! Да нету тебя там! Он слишком слепой, чтобы тебя найти. Ирина 27 была найдена. Ирина 27 подохла. Какой ты добрый человек. Так. Не надо. Не надо. Кыш отсюда. Да нет у тебя там. 36 секунд, черт побери. Да не найдет он тебя. Чего ты боишься? Я боюсь, потому что он все ближе. Ты не мог бы вообще показать, где ты прячешься? Нет. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, ты нафиг! Ой, он очень близко. Слушай, кажется, время бежать. Слушай, а может и нет. 3 секунды. Да, я выжил. А меня, понимаешь, она даже не захотела хоть как-то попасть в то место, где я был. Я просто пошку. Ладно, ребят, давайте тогда на этом эпичном моменте сегодня закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. А люди сейчас пойдут вон на кухне прятаться. Пока-пока.